Число детей, болеющих сезонными вирусными инфекциями, выросло в 3 раза, говорят педиатры. Ежедневно в Химках за врачебной помощью обращаются около 500 семей, которым на дом выезжают участковые педиатры. Медики рассказали, в каких случаях стоит обращаться за помощью и не заниматься самолечением. Стоит обращаться к врачу, если это высокая лихорадка свыше 2-3 дней, и если это сопровождается общим недомоганием, слабость, отказ от еды и питья, и, в принципе, снижение любой активности. В случае обычного насморка медики настоятельно не рекомендуют отводить ребенка в сад. Возможные осложнения. Если сегодня это какой-то небольшой насморк, ребенок вышел в коллектив, там привели такого же ребенка с насморком, и, соответственно, может наслоиться вторичная бактериальная инфекция, и могут развиться осложнения. Сбалансированное питание, витамин D и поливитамины снизят риск заболевания сезонными вирусными инфекциями, говорят врачи. Также необходимо чаще мыть руки и проветривать помещение.